сама вот эта вот плита нагревается тоже до 150, ой, 115. Uh-huh. И вот есть, ну, много разных примеров, как рисуют. К примеру, вот тут он сотами рисует. И получается, что немного полое, и по материалу, то есть, сжать будет очень сложно, ну, сломать. Также, ну, вот можно посмотреть в чатах. Вот, например, вот это вот яблоко, это вот недоделанное у нас вот, по сотам, и это также там сделано по сотам. Потом вот все чехол делал. То есть, ну, посмотреть, что тоже видно, вот такие сеточки. Потом, что у нас еще есть? Есть вот 3D-ручка. Ну, грубо говоря, такой же пластик заряжается, но делается уже своими руками. Скопить. Также у нас есть еще... Например, сделать отдельную душку. С персонажем в игре, у него есть свои суперспособности, и вот этот датчик считывает импульсы мозга, ну, мозговой активности, и с помощью этого можно управлять этим персонажем, его способностями. Вот в этом стакане, вот сюда, вот так, отправимся в горе. А альгинат натрия замешать вот здесь. Да? Либо здесь альгината слишком много на этот стакан. Вот из этого количества.